Можешь погромче, братишка? Горбунов или? А, не Горбунов, а Горбачев. О, Горбачев? Ага. Он до Ельцина. Ельцин президент чего? Был. Соединенных Штатов. Америки, по-моему. Нет, я уже точно не помню. Сначала Брежнев, потом Горбачев, потом... Ленин. Потом Ленин. И Сталин. Сталин был самый последний. Да, Сталин самый последний. Ага. Вот с Горбачевым, честно, вот мне как-то нету, я не... Ох, я проходила по географии и по истории в школе. Ты молодец вообще. 9 лет отучилась в школе. Ты молодец. Это все, что вы задумали, все исполнилось. Спасибо вам, пожалуйста. Здоровья вам. Спасибо. До свидания. Привет, меня зовут Женя. Сейчас я пойду снимать людей на улице, задавать им вопросы. История России. И вопросик есть по Советскому Союзу. 5 правильных ответов. Заплачу человеку 1000 рублей. Поехали. Русский полководец возглавлял новгородское войско в битве со шведами на реке Неве. Михаил Илларионович Кутузов. Какая война? С кем Кутузов ты воевал? Это со шведами, а Кутузов с кем? Сейчас вспомню. Франце? Со французами. С французами? Ледовое побоище. Ледовое побоище было у нас... Александр. Александр Невский. Все, ты все знаешь. Александр Невский. Еще раз. Александр Невский. Александр Невский. Звук будем издавать какой-нибудь, если правильный ответ? Да не знаю, как хочешь. Эй! Вот так. Ну, давай. Хорошо. В честь него назвали мост. Мост Александра Невского. Вот, ты молодец. Так, расположи советских лидеров по порядку их правления. Брежнев, Ленин, Сталин, Горбачев. По порядку. Ну, сначала, наверное, Сталин, угу. Потом Ленин. Брежнев вроде. Первый Брежнев, да? Ну, братиш, давай дальше. Сталин. Первый Сталин. Потом Ленин. Угу. Горбунов, да, как можешь погромче, братиш? Горбунов или? А, не Горбунов, а Горбачев. О, Горбачев? Ага. Горбачев, Брежнев. Горбачев, Брежнев. Сначала Брежнев, потом Горбачев, потом... Ленин. Потом Ленин. И Сталин. Сталин был самый последний. Да, Сталин самый последний. Ага. Кто такой Ленин? Ну это. Ну почему Ленин у тебя второй, а Сталин первый? Дай расклад. Ленин это какой? А? Это Сталин, да, первый, а не Ленин. Нет. Горбачева, как я понял, ты не знаешь, ты его Горбуновым только что обозвал, да? Ну да, не знаю, да. Ага. Кстати, Ленина знаешь, кто такой Ленин вообще, откуда он? Ой, ты как? Коммунисты? Они все коммунисты. Ну, я коммунисты. Ну, Горбачев такой еще, полупокер в этом плане. Коммунист, я помню, с Ленина. Что он сделал, Ленин? Точно не революцию. Это я не помню. Хрен его знает, у него там много событий было. Например? Хотя бы одно. Ну, СССР, там что-то с ним было связано. А Сталин? Он... выиграл войну. А что было первое, революция или война? Революция. А война вроде. Война? А потом уже революция, да. Была, да? Вторая мировая. Ленин это какое событие? Это уже после второй. После второй. Ну а какое событие-то после второй? Это. Как это называется? Там еще с пятилеткой связано. С пятилеткой? Да. Горбачев, он до Ельцина. Ельцин президент чего? Был. Соединенных Штатов. Америки, по-моему. Нет, я уже точно не помню. Ну да ладно, давай разберемся с Горбачевым и с Брежневым. Горбачев, чем? Вот с Горбачевым, честно, вот мне как-то нет. Я не... Чем мы обязаны Горбачеву? Как он вошел в историю? Ну, как то, кто? Что он... Привез кукурузу. Привез кукурузу. Изначально был Ленин. Но. Потом был Сталин. Красава. Потом был, получается. Потом был Брежнев, потом был Горбачев. Брежнев?
Ага. А четвертый Горбачев. Все. Сейчас я с удовольствием и с кайфом буду делать рекламу. А я делаю рекламу сейчас почти в каждом выпуске. А эта реклама та, от которой я сейчас буду получать удовольствие, потому что это, ну, это прям моя движуха. Ко мне обратились ребята, платформа Викиум. Проект создан учеными и экспертами в области нейропсихологии. Создавать у себя в голове привычку развивать реакцию мышления и внимания. 2 года я своими силами, то есть ты ментально сидишь и тренируешь свой мозг, быть внимательным. Для чего это нужно? Есть много плюсов. Лично мое убеждение, что когда ты направляешь внимание на то, что тебе действительно нужно, ты являешься созидателем этого. Для меня это важно, я был момент даже преподавал это. А здесь платформа, где много тренажеров, и ты находишься в игре, и ты потихонечку тренируешь свое мышление, свое внимание. Вчера ночью поковырялся, классная платформа, прям классная. Говорю от души, говорю как есть, потому что это моя тема. Там очень много бонусов, которые вы можете использовать, проходить некие курсы для создания новых привычек в своей голове. Я счастлив, что наконец-то я притянул к себе того рекламодателя, которого мне по кайфу рекламировать. Викиум, в описании есть ссылки. Можно я проверю тебя буквально на еще одном вопросе? Какая династия начала править в России с 1613 года? И вот как они начали, так они с этой фамилией закончили. Я забыл эту фамилию. Как этот фильм вообще назывался? Как он назывался? Подсказываю тебе, до этого были Рюриковичи. Да, вот я еще. А вот потом, ну они тоже родственники, как ни крути, но фамилия другая. Фамилию забыл. На Р. Николай II, кто такой, фамилия его? Романовы? Ну, Романовы. А, так вот, Романовы. Все, да. Кого? Династия Романовых. Ой, ты молодец. Потому что династия Романовых я проходила по географии и по истории в школе. Ты молодец вообще. 9 лет отучилась в школе. Ты молодец. Так, кто выдавал себя за ребенка Ивана Грозного? Иван Первый выдавал себя за сына Ивана Грозного. То, что потом отец узнал правду и того, кто подменил Иванова сына. Подожди, смотри, у Ивана Грозного был сынок молодой. После смерти Ивана Грозного этот сынок должен был встать на престол. Его, по ходу дела, завалили. Да, может быть, он сам там умер, непонятно, это все история, мы глубоко там копать не будем. Но потом, через много лет, этот дядька пришел и говорит: я здоров, меня никто не убил. Все нормально, я царь здесь. Вы считали, что я мертвый, но нет, ребята, я живой. И этого парня звали как? Потом его завалили. Потом был еще один, который говорит: это опять я, и меня вообще не завалили. Потом третий еще был, то есть там пипец у них. Николай Грозный. Нет, ему прям погоняло дали, которое на века сохранилось, погоняло обманщика. Его имя и вначале такая приставочка. Лжец. И это был лжец. Лже. А если ответ будет неправильный, тогда будет звук. Вот эти звуки. Это был Лжедмитрий. А нас сейчас что-нибудь Лжедмитрий. Нет. Подписывайтесь на Негодяй ТВ. Вы уверены в этом? Все, подписывайтесь, не подписывайтесь. Лайки, дизлайки, все на ваше усмотрение. В Инстаграм мой заходи, там я буду делать эту прямую трансляцию и разыгрывать бабосы. Так же, как я и делаю это здесь. Круто я придумал. Пока, покеда.